Браконьеров, которые незаконно заготавливают елки к празднику, этой зимой меньше обычного. Однако лесные инспекторы по-прежнему начеку. До Нового года осталась неделя. Все это время мобильный патруль Минприроды будет дежурить на дорогах, ведущих из леса. Репортаж Натальи Громашовой. Лес рядом с поселком Усть-Бюр Усть-Абаканского района. Это одно из любимых для заготовителей новогодних елок мест. Растет и ель, пихта. В основном в данное время сейчас пользуется спросом пихта. А почему? Чем ну, наверное, что пахнет, запах от нее больше, чем от ели идет. Едут сюда и предприниматели, и частники. Если с первыми все достаточно просто, они работают по договорам купли-продажи деревьев или аренды участков под вырубку, то вот с физлицами дело сложнее. Самостоятельная стихийная заготовка даже единичных елок законодательством запрещена. Если уж очень хочется самому выбрать деревца, то предварительно нужно оплатить в лесничестве будущий хвойный товар и согласовать поездку на лесосеку. А там уже, в строго отведенных границах, можно срубить понравившуюся елку. Это будет своего рода помощью специалистам в санитарной рубке. Николай ежегодно сам привозит ели и для себя, и друзей, и родственников, но, уверяет, дело это хоть и приятное, но не выгодное. Оно того не стоит, проще купить. Как вон мы вчера уехали, там дороги нету, пробуксовали, грубо говоря, всю ночь, 4 километра пешком ходили, и мы взяли этих 5 штук, и вот со вчерашнего вечера едем, оно того не стоит. Больше бензину сожгли. Елка до 2 метра высотой в Усть-Бюрском лесничестве в этом году стоит 200 рублей. И закупочная цена поднялась на 50 рублей. Ну а дальше добавляется ГСМ с учетом расстояния до елочного базара. В результате суммы переваливают за 1000 и даже 2000. На все деревья должны быть документы. Их-то и проверяют инспекторы еще на выезде из лесов. Мобильные посты в предновогодние дни колесят по всей Хакасии. Если бумаг на руках у перевозчиков не окажется, елки конфискуют, а нарушителя накажут. С 15 ноября проводится оперативное мероприятие «Елочка». На сегодняшний день проведено уже около 300 рейдовых мероприятий. Выявлено 2 факта нарушения, то есть незаконных рубок. Оба факта на территории Аскисского района. Наложены штрафы на общую сумму 6000 рублей. Ну, ущерб незначительный, составил около 3000. Вообще административный штраф за незаконную заготовку для физлиц составляет 3-4 тысячи рублей. Если при этом ущерб, нанесенный природе, превысит 5 тысяч рублей, и кроме того елки вырубают в защитной зоне, то заведут уже дело уголовное. Такие примеры в республике есть. Один прошлого года. Инспекторы надеются, что на этот раз до такого дела не дойдет. Снега много, не проехать, да и посты будут работать до 1 января. Вместе с лесниками дежурят и полицейские, и общественные инспекторы. Эта команда добровольцев Минприроды появилась только нынешней зимой. В задачу общественных инспекторов входит не только контроль за лесозаготовителями, также добровольцы будут мониторить свалки, оценивать соблюдение жителями противопожарного режима. Наталья Громашова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.